Привет всем моим подписчикам! На моем канале уже более 6000 подписчиков! Спасибо огромное всем, кто подписывается на мой канал и смотрит мои видео, лайкает и комментирует. Возможно, для некоторых 6000 подписчиков это довольно-таки мало, и казалось бы, чему тут радоваться, но для меня это достижение, учитывая, как начинался мой канал, что я его закидывала, что это снималось все как-то на дешевую мыльничку сначала, это были слайд-шоу, а потом уже я начала записывать мастер-классы по написаниям картин, поделки, лепки и все такое. Это все вы можете смотреть на моем канале. Для своих подписчиков я хочу сделать подарок в связи с этим, что на моем канале уже более 6000 подписчиков. А стоимость подарка будет 1000 гривен. Это примерно 40 долларов или 3000 рублей. Примерно где-то такая цена, ценовая категория подарка. Так как вы знаете, многие из вас знают, а может кто-то и не знает, я пишу картины. Естественно, подарком станет картина. Что нужно сделать для того, чтобы получить этот подарок? Поучаствовать правильно в конкурсе. Условия конкурса будут очень простые. Вам нужно быть, естественно, подписанным на мой канал, поставить лайк этому видео, поделиться этим видео в соцсетях своими друзьями, знакомыми. Можно сделать, скопировать ссылку это видео, вставить в своем посте в соцсетях, где вы больше проводите время. И под этим видео обязательно нужно написать хороший комментарий, где нужно упомянуть, какое видео вам из моего канала больше всего понравилось. И когда наберется достаточное количество комментариев, ну, более чем 10 комментариев, да, тогда я выберу самый лучший комментарий, самый хороший, самый позитивный и отправлю победителю свою картину. Ну что ж, поехали дальше, друзья. Для тех, кто не знает, как подписаться на канал, я выставлю вам слайды, как это все выглядит. Когда вы не подписаны на канал, то кнопочка «Подписаться» горит красным. Нужно на нее нажать. Она становится потом серой кнопочкой. Рядом появляется колокольчик, и вы можете также нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления о том, что на моем канале появились новые видео, и вы можете их смотреть, комментировать, ставить пальчик вверх и делиться с друзьями. Чтобы смотреть мои видео, вы на моем канале можете нажать на кнопочку «Видео» или «Плейлисты». Если вы нажмете на кнопочку «Видео», вам будут показаны все мои видео, которые есть на моем канале. Вы можете там листать и выбирать, смотреть, которые вам более понравились, либо по картинке, либо по названию. Если вы нажмете на кнопочку «Плейлисты», то вам будут показаны все плейлисты мои, да, а их там очень много, где вы можете выбрать любой плейлист или плейлисты, которые вам понравились, и смотреть именно по той тематике, которая вам ближе. А если кто не знает, где поставить палец вверх, я вам также вот показываю где-то здесь слайд, где нужно нажать на кнопочку с пальцем вверх, и это означает, что вы поставили палец вверх, то что вам это видео понравилось, и оно попадает к вам в плейлист понравившийся. Чтобы поделиться с этим видео, вы нажимаете следующую кнопочку «Поделиться». Высвечивается такое окошко «Поделиться в соцсетях». Смотрите, и у вас тут очень большой выбор. ВКонтактах, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттер. Также можно скопировать, нажать на кнопочку «Копировать» адрес этого видео и вставить в своем посте. Каким вы соцсетями пользуетесь, туда можно вставить эту ссылку на это видео. Таким образом, вы делитесь этим видео. Дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо вам, подписчики, за ваши просмотры моих видео, за то, что комментируете, ставите лайки и подписывайтесь, естественно, на мой канал, делитесь с друзьями, возможно, участвуйте в конкурсе. Я с большим нетерпением буду ждать ваших комментариев. И каждому из вас я желаю победы вообще по жизни.
Ставьте цели, идите к ним. Ну, а моя следующая цель – это в ближайшее время, чтобы у меня было уже 7 тысяч подписчиков. И я так думаю, что такого рода конкурс я буду проводить каждый раз, когда у меня на 1000 подписчиков будет становиться больше. Вот. Так что спасибо вам огромное. Всех люблю, целую. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия. Всем пока. И до новых встреч.